Основа экспозиции – это лодка Лембит. Не основа, но во всяком случае она представлена во всей, как говорится, красе. Сейчас я попробую. Да, вот получился Лембит, да. Различные буи, различные средства передвижения, буеры, шлюпки, лодки, мины, различных типов видов. Постоянные звуки какие-то. Идет трансляция на маленьких мониторах различных видеороликов. Вот, можно подойти, задать вопрос в интерактивном нажатии. Кнопки, тебе все высветит, все покажут. Ну, здорово, конечно, сделано. Сделано из ангара. Классный музей. Кстати, он вошел в какую-то программу европейскую. Один из лучших. Вот здесь еще была выставка, когда я был. Выставка, посвященная Титанику. Но я, честно говоря, не пошел. Вот так вот на большом таблоиде различные данные по Титанику идут. И закрытый павильон. Ну, где, видимо, какие-то вещи с Титаника, не знаю. Я просто не пошел. Мне хватило и того, что я видел. Это, в общем, произвело впечатление. Очень мне нравится этот вентилятор, единственный вот такой штук, который крутится, надо где-то его использовать. Вот клип точно. Очень сурово, сурово. Вот она подлодочка, различные буи. Вот такие мосты, которые сверху сделаны. Различные катера, яхты. В общем, много всего. И музей достаточно большой. Представьте, огромный ангар. Где-то процентов, наверное, на 80 наполнил разными экспонатами. Молодцы, здорово сделано, красиво, впечатляет. По периметру расположены ступеньки, на которые можно присесть и посмотреть. В общем, все сделано для того, чтобы человек получил, как говорится, satisfaction. Удовольствие. Красивый, впечатлительный музей. Впечатляет очень. Почему у нас такую штуку не сделать? Ну вот как раз идет экскурсия о Титанике. А я тут вот на эстонском языке, я ничего не понимаю, но, видимо, что-то о Титанике. Я просто стою наверху и решил вот это дело заснять. Вот она, лодочка. Массивная, конечно. Вот, только сейчас увидел планер. Это настоящий планер. Подвешен. Обалдеть. Огромный такой. Вот так вот. Только сейчас увидел. Интересно. Вот, вот пушечка какая-то. Вот здесь на экране идет какой-то фильм. Видимо, это зенитная пушка. Вот еще. Пушечонка. Ну, поднялся я выше. Экспозиция тоже какие-то пушки.
вот этот планер, который висит, вот танк, который я уже показывал, точнее, зенитное орудие какое-то самоходное. Вот. А вот интерактивная игрушка, то есть можно управлять, не игрушкой, вот можно, вот видите, слева там мальчик сидит, он управляет судном. Вот можно управлять им, куда-то приставать к какому-то берегу. Здорово сделано, молодцы. Сейчас мальчика поближе покажем. Ну вот он. Кстати, здесь можно примерить одежду какую-то морскую. Вот, посмотреть, как будешь выглядеть в форме. Ну, тоже молодцы ребята сделали. Интересная вещь. Ну вот, видишь, ребята там голландки мерят, по-моему, с фуражками. Кто-то в капитанской форме стоит. Здорово. Форму много. Вон она там. Вот, а после этого можно сфотографироваться. Ну, вот опять эта подводная лодка «Лимбит». А вот входит. Посмотрим на вот этот планер. Здорово. Вот еще одна интерактивная игра. Летят самолеты, надо их сбить. И вот такая пушка. Вот парень сидит и сбивает. Здорово. Красиво. Опа, сбил. Молодец. Там еще один самолет. Давай. Опа, сбил, молодец. Лекции читают для молодежи. По периметру большой аквариум, который плавает рыбки, который как бы отделяет основную часть от ресепшена. Ну а вот это, конечно, я думаю, знаменитая желтая подводная лодка. In the town, the tide was born. Лимен, селфи, ва-на-на-на-на-на-на. In the yellow submarine, we only feel the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Tegin jääkuulitajatele paljutust. Вот еще один интерактивный тренажер. Садишься, штурвал самолета, перед тобой экран, и вот управляешь им налево, направо.
сидит. Здорово. Нет, не зря я сходил, конечно, на эту выставку. Просто отлично. Ну вот я вам показал, все рассказал. Всем пока, всем привет. Будете в Таллине, сходите, посмотрите. Ну и в конечном итоге можно посидеть в кафе. Здесь есть кухня такая.